Отрезанные от цивилизации 10 деревень и весь город Высоковск в четверг оказались полностью обесточены. Полдня местные жители были без света, а кое-где без тепла и воды. Свет погас утром около 9:30, причем одновременно во всем городе. Близлежащие деревни также остались без электроэнергии. С утра я за грибами уехал в 8 часов, где-то в 9 часов. Жена позвонила, нету света. Я думал, что-то дома случилось. Она, кажется, по всему городу. Телефон Мосэнерго раскалился от звонков, приостановили работу все магазины, почты Сбербанк не принимали. Соцобъекты перевели на резервное электропитание, в школах сократили уроки, а в детских садах детей распускали по домам. В связи с тем, что плиты для приготовления пищи на пищеблоках электрические, поэтому приготовление обеда было весьма затруднено, и мы не успели к обеду приготовить. Мы обзвонили родителей, попросили по мере возможности, у кого такая имеется, забрать ребятишек из детского сада. Энергетики оперативно устранили аварию. На Высоковскую подстанцию выехали несколько бригад из МАЭСКО и Мосэнерго. Руку на пульсе держали и в администрации округа. Были подключены к этой работе сам МАЭСКО, естественно, северные электрические сети, МОСУБЛЭНЕРГО, МУП-тепловые сети. Были предоставлены генераторы как МАЭСКО, так и МОСУБЛЭНЕРГО. Также бригада МАЭСКО работали для того, чтобы переключить на резервные источники. Соответственно, для этого, конечно, необходимо было бы время, но я так думаю, что они молодцы, сработали оперативно, в общем-то. И, в принципе, на подстанции само повреждение было в нормативное время, отведенное для таких работ, выполнено. Во второй половине дня оборудование на подстанции заменили, и электроснабжение в сетях было восстановлено.